Добрый день! На днях открылась охота на зайца, лисицу и нотовидную собаку. Эти виды относятся к пушным видам, но охота на них открывается раньше. Раньше я уже выпускал ролик на тему охоты на зайца и лисицу, но хочу напомнить всем текущие правила и порядок действий в охотугодьях при охоте на лисицу, зайца и нотовидную собаку. Но первоначально я хочу затронуть технические вопросы. Первый вопрос касается того, что мой канал является моим личным. Он не является государственным. Я здесь не представляю департамент свой, я высказываю свое отношение к правилам охоты, о том, как я их понимаю и что они для меня значат. Второй вопрос касается того, что я в своих роликах делюсь своим мнением о том, что мне не нравится среди охотников, которые нарушают правила охоты, и также делюсь своим мнением, что мне не нравится в современном законодательстве. Я на это имею право. Тут золотое правило. Пока законы не изданы, их можно осуждать, можно предлагать, можно критиковать. Когда законы признаны, их тоже можно осуждать и критиковать, но каждый охотник обязан их выполнять. Охотник, охотинспектор, охотовед, егерь, любой человек, который связан с охотничьим законодательством, должен выполнять это законодательство. Все ссылки охотников на то, что нарушаются их конституционные права и так далее, тут неправомочны. Охота в настоящее время у нас на 99,9% любительская и спортивная. И при получении охотничьего билета охотник подписывает: «Обязуюсь соблюдать правила охоты и охот минимум». Никто к этому его не принуждает. Никто его не заставляет брать билет. Если вы уже подписали и получили на основании этого охотничьего билета оружие, то будьте любезны соблюдать правила охоты. Вы их можете критиковать, можете быть недовольными. Но добиваться изменения правил и законов нужно законным путем и никак по-другому. И в связи с этим я не приемлю на своем канале призывы о том, что надо браконьерить, о том, что надо не слушать охотинспекторов, посылать их дальше лесом гулять и так далее. Так как канал мой, политику канала устанавливаю я. И я, если мне не нравятся комментарии, если они носят оскорбительное или неприличное звучание, я эти комментарии удаляю. А слишком назойливых комментаторов я могу также забанить и удалить, заблокировать на своем канале. И никто не откажет мне в этом праве. И спрашивать мнение тех, кто мне что-то тут советует, я буду только в том случае, если это рациональное мнение и высказано корректно. Ну и по поводу того, что многие посылают меня на пенсию. Да вы не переживайте, как только, так сразу я выйду на пенсию. Но те, кто меня посылает на пенсию, для меня не авторитет. Для меня авторитет Владимир Владимирович. А он сказал еще поработать. Так что какое-то время я буду работать еще. А когда выйду на пенсию, если мне будет интересно, я также буду продолжать вести этот канал. Если мне не будет интересно, то я его не буду вести ни на пенсии, ни на работе. Я еще раз объясняю. Этот канал мой личный. И я его веду в свободное от работы время. На все комментарии я отвечать не успеваю. Вот, например, на последнем ролике больше 350 комментариев. Если даже по минуте каждый читать и по минуте каждый отвечать, то это уже 600 минут, 700 минут. Это больше 10 часов. У меня просто такого времени нет. Да и желания на все комментарии отвечать нет. Я отвечаю только на те комментарии, которые мне нравятся. Ну а ваш выбор, смотреть мой канал или нет.
Теперь перейдем непосредственно к охоте. Как известно, сейчас согласно правил, охота на зайца, лисицу и нотовидную собаку у нас открывается с 15 сентября. Сейчас в Министерстве природных ресурсов есть поправки к правилам, в которых они предлагают с 15 сентября открывать охоту только с собаками на зайца и лисицу, а всю остальную охоту на зайца, лисицу и нотовидную собаку открывать с 1 октября, как и на остальные пушные виды, на многие остальные пушные виды. Может быть, это и правильно, чтобы дать какие-то преимущества тем, кто держит гончих собак. Но вот на сегодняшний день пока преимуществ у таких охотников никаких нет. И держит он гончую собаку, держит он борзую, или не держит, или просто он хочет походить, потропить зайчика, или он вообще просто пришел по бутылкам пострелять, или заниматься пристрелкой, как сейчас многие делают. Кто вперед взял разрешение на зайца, лисицу, нотовидную собаку, тот его получил и идет в лес на охоту. В связи с этим многие старые охотники, конечно, обижаются. Они не успевают за молодежью о том, что через госуслуги можно подать заявление. Вот в наших условиях разрешения ограничены, и через госуслуги можно подавать, вот, допустим, за 40 дней до открытия охоты начинается выдача разрешений. И с 0 часов, грубо говоря, 1 секунды можно уже подать заявление. Те, кто грамотная молодежь, они через госуслуги подают заявление и получают разрешение. А старики, когда приходят получать разрешение, им уже не достается. Почему вроде бы это не лимитированные виды, и такие виды, как и нотовидная собака и лисица, вообще практически вредные животные-переносчики различных заболеваний, в том числе и бешенства, но на них есть какие-то ограничения. Все очень просто. Невозможно, если в хозяйстве водится 100 лис, выдать разрешение на эту лисицу 1000 человек. Но это просто нереально, сами понимаете. У нас, допустим, лисица, волки, нотовидная собака и заяц имеют допустимые нормы добычи. По волку это 100% от численности, лисица и нотовидная собака 90%, и по зайцу 50% от численности. То есть, если в охотоугодьях обитает 1000 зайцев, можно отстрелять половину. Это понятно, для чего делается, чтобы не выбить всех зайцев. Чтобы зайцы жили в охотугодьях и размножались, чтобы численность не снижалась. Так как такие виды, как лисица и нотовидная собака, считаются вредными, их можно добывать 90% от общей численности. Все равно они потом восстановятся, и все равно они будут находиться в охотугодьях. Но волк, тем более он приносит большой вред охотничьему хозяйству, его можно добывать 100%. Что, конечно, никогда не бывает, просто охотники не могут с таким хитрым и сложным зверем справиться, чтобы выбить его под 100%. У нас не Европа, я имею в виду не Западная Европа, и даже в европейской части, в северных районах волка столько, что просто на всех волков и охотников не хватит, даже если будут желающие их добывать. А у нас еще проблема в том, что большинство сейчас охотников фактически не охотники, а владельцы ружей. Они, конечно, получают охотничьи билеты, расписываются, что требования охотминимума и охотничьих правил будут выполнять, но оружие они покупают для того, чтобы побабахать, пострелять в лесу. Так как у нас законодательство сейчас такое, что при законном нахождении в охотугодьях можно пристреливать оружие, под эту марку очень часто в лес идут те, которых охота вообще не интересует, они вешают мишени и просто бабахают. Им до лампочки там рябчики, зайчики, лисички. Никакого интереса у них к этому нет. Ну, может быть, попутно, если случайно где-то едут на машине, и им что-то попадется, они стрельнут. Но они не понимают ни биологии, ни повадки этих зверей, и не умеют на них охотиться. Вся охота у них происходит случайно, и вся охота их заключается в том, что приехал в охотугодье, побухал, пострелял по бутылкам или по мишени, в лучшем случае по тарелочкам, и поехал домой довольный. По пути с машины из-под фар
что-нибудь добыл, и он себя называет охотником. Таких сейчас, к сожалению, очень много. Это всем известно, и отрицать это бессмысленно. И на таких охотников равняется другая общественность неохотничья, говорит, вот вы охотники и браконьеры, и вообще охоту надо закрывать, вы изверги и душегубы. Вот откуда в основном идут такие понятия. А все из-за того, что культура охоты у нас нарушена, и настоящих охотников становится все меньше и меньше. Хотя они, конечно, есть. Есть истинные любители охоты, которые жить без этого не могут, знают прекрасно повадки. Для кого-то это охота любительская, для кого-то это средство существования. Таких тоже много в России, потому что Россия не заканчивается Москвой и центральными областями. И даже на Урале, а тем более в Сибири, много охотников, которые охотой живут и существуют, и достают, как говорится, пропитание для своей семьи. Но опять я отклонился от темы. Начнем все-таки разговор про охоту на зайца, лисицу и нотовидную собаку. Эта охота производится как ружейным способом, так и разрешено применять самоловы. Но на зайца самоловы разрешено применять не во всех регионах. В большинстве запрещено, и при спортивной любительской охоте в основном в большинстве районов запрещено. А вот на лисицу и нотовидную собаку можно применять капканы в том числе. Также охота на лисицу и нотовидную собаку и зайца может быть одиночная, может быть с собаками, может быть коллективная. Но тут есть отличие. Если коллективная охота проводится на зайца, то у каждого охотника, участника коллективной охоты, должно быть разрешение и путевка. А если это общедоступный угодь, это разрешение на добычу охотничьих ресурсов без путевки. Если же коллективная охота проводится на лисицу, то может быть так, что разрешение и путевка будут только у одного охотника, а остальные будут охотиться по списку, точно так же, как на копытных животных. То есть владелец разрешения путевки является ответственным за отстрел, он проводит инструктаж, пишет список участников коллективной охоты, все охотники расписываются в этом листке по технике безопасности. И на основании этого вот путевого листа, списка охотников, охотятся. Это тоже допустимо и законно. Конечно, не возбраняется, когда у каждого охотника есть разрешение на лисицу, на нотовидную собаку, на зайца, и все вместе они охотятся коллективно. Напоминаю, что коллективная охота – это когда два и более человека совместно участвуют в охоте. Допустим, 2-3 человека идут цепью, и всех зайцев, лисиц, которых выгоняют, стреляют. Эта охота называется нагоном. Охота загоном – это охота, когда один загонщик, другой стрелок. Или там 1-2 человека загонщики, 2-3-4-5, там 10 человек стрелки. И все, что загонщики гонят, выбегает на номера на стрелков, и стрелки стреляют. Вот отличие нагона и загона. Хотя юридически таких терминов нет, но вот в охотничьей литературе это трактуется так. Кроме того, вот в районах Сибири, где ведется промысел на зайца, там разрешен петельный лов зайца. Я в свое время, когда был на практике в Томской области, заключал договор Кобзверопромхозом на добычу пушнины. И в том числе я также ловил зайцев петельками. В то время зайца принимали целиком, он замороженный был. Платили, сейчас уже не помню, 3 рубля за шкурку и 4 рубля за тушку. Или наоборот, 4 рубля за шкурку, 3 рубля за тушку. Но тем не менее, вот за зайца получал за каждого 7 рублей охотник. В те времена в госпромхозе. Но остальную пушнину принимали, это сдавали шкурки. Кроме того, петельками ловились рябчик-глухарь. Их тоже можно было сдавать, чтобы потом продавать в магазинах, в специальных охотничьих магазинах, кооперативных, где продавалась продукция охоты. Сейчас по большей части такого нет.
нет специальных магазинов, нет газпромхозов, кобзеропромхозов. Большинство промысловых охотников являются индивидуальными предпринимателями, и они работают чисто на себя. И точно так же они покупают разрешения, точно так же они покупают, платят сбор за охоту, чего раньше не было. Раньше с государством заключался договор, и согласно этому договору охотник охотился, промысловик. На зайца, лисицу и нотовидную собаку разрешается применение нарезного оружия. На зайца не больше 5,7 мм ствол нарезной разрешается применять. На лисицу и нотовидную собаку ограничений никаких нет. Вот еще одна из причин, почему разрешений на лисицу и нотовидную собаку во многих местах не хватает. Потому что охота идет с 15 сентября по 28 февраля. И в это время охотник может находиться в охотоугодьях свободно в любых местах охотоугодий, куда у него есть разрешение и путевка, находиться с любым нарезным оружием, может находиться с оптическим прицелом, прибором ночного видения и тепловизором. Конечно, на зайца с применением световых устройств, ночников и тепловизоров охота запрещена, а вот на лисицу и нотовидную собаку она разрешена. То есть охотник может охотиться ночью, не обязательно с вышки, он может охотиться с подхода и так далее. Или из какой-то засидки на земле. Обходить краем поля или сидеть где-то на краю поля, наблюдать в ночник и отстреливать лисиц и нотовидных собак. Но так делают единицы. Пушнина сейчас не в цене, немногие ее сдают, немногие охотятся на лисицу и нотовидную собаку ради меха. В основном или это спортивный интерес, или, как я уже сказал, возможность попасть в лес на долгий период, почти на полгода. Каких собак можно применять при охоте на инотовидную собаку, лисицу и зайца? Вообще любых собак охотничьих пород и даже вообще любых собак, которые могут работать по зайцу, лисице и инотовидной собаке. Так как согласно правилам у нас охота является нахождение в охотоугодьях с собаками охотничьих пород, а при осуществлении охоты с любой собакой, с которой осуществляется охота. Немножко мутные сейчас правила формулировки, но тем не менее такие они есть. То есть, если собака у вас дворняжка, она гонит зайца, пожалуйста, с ней можно охотиться. Согласно современных правил, документы на собаку при себе не требуются. Если где-то в каких-то хозяйствах требуют документы на собаку, в принципе, они могут это потребовать, но они не могут вас наказать за отсутствие этих документов. Единственное наказание, которое они могут сделать в отношении вас, это в следующий раз не выдать вам путевку, потому что путевка – это договор на оказание услуг, и в нем может оговариваться в любое условие. И если с этим условием согласна и та сторона, которая предоставляет услугу, и та сторона, которая получает услугу, то этот договор надо выполнять. Если в договоре написано, что с гончей, имеющей родословную, то тогда егерь с вас может потребовать эту родословную. Если у вас ее не окажется, то в следующий раз с вами просто не заключат договор, не выдадут вам путевку. И охота у вас тогда будет с нарушением, без путевки, с одним разрешением. Но это, так сказать, отклонение. В основном на это никто не смотрит. Гончатников в последнее время вообще не любят другие охотники. Типа они все разгоняют. Там, где водится косуля, они бегают не за зайцем, не за лисицей, а за косулей. Там, где нет косули, обвиняют в том, что гончие охотятся, гоняют лосей, разгоняют всех, потом загонный охот не получается. Это, конечно, неправильно. Я с этим не согласен. Охота все-таки с гончими, с борзыми, это наши исконно русские охоты. Они очень интересные. Кто этими охотами занимался, он знает, насколько азартны эти охоты, когда гончая гонит зайца. Вот-вот заяц подбежит, в самый последний момент заяц скололся, пробежал мимо охотника. Охотник начинает соображать, где ему во второй раз встать, где может заяц пройти. Очень увлекательная и азартная охота.
У меня как-то в свое время был один охотник. Все время просил разрешения на лося. В то время охота на лося была заготовительная. Все разрешения, все лицензии были у районного охотоведа. Вот я получал на заготовку мяса до 30 лицензий. И самолично распоряжался, кому выдать, кому нет. Потому что с меня требовали план по сдаче мяса. И я отвечал за сдачу этого, за выполнение этого плана, за сдачу мяса. И поэтому я сам выбирал, кого брать на охоту. И вот один охотник, ярый гончатник, держал по несколько гончих. Все говорит, вот мечтаю поохотиться на лося, хочу поучаствовать. И в конце концов он попал в бригаду заготовителей. Поохотился сезон, встречая его как-то в охотугодьях. Ну что, говорю, понравилось охотиться на лося? Он говорит, да ну, больше никогда не буду. Хочешь, говорит, теплые какашки, говорит, лосиные руками трогаешь, говоришь, вот-вот они, лоси здесь. Сейчас на номера вставим, не дышать, не кричать, не разговаривать, не стрелять, ни почему, кроме лося. Делается загон, выбегает все, что угодно, видишь все, что угодно, кроме лося. И так весь сезон. Ни разу, говорит, не выстрелил. Ну, кое-как лося добыли общим коллективом. А с гончей, говорит, на зайца, я пойду, говорит, я, говорит, за сезон 30, 40, 50 штук зайцев стреляю. Каждый день, говорит, когда хожу, настреляюсь, вижу зайцев, попадаю, не попадаю, азарт, говорит, охота интересная. А по мясу, говорит, у меня получается столько и даже больше, чем я получил от охоты на лось. Так что охота, конечно, с гончими очень интересная, но она у нас в большом загоне. Не любят у нас ее, эту охоту. В советское время были преимущества у гончатников. Сейчас их нет. Но, может быть, вот в связи с ожидающимися поправками будут преимущества у гончатников. Поживем, увидим. Ну вот вкратце все. Сегодня такое выступление сумбурное. Больше направлено не на охоту, а на технические вопросы. Но, тем не менее, если появятся вопросы, задавайте. Я постараюсь на интересные вопросы ответить. Если на ваш вопрос я не отвечаю, то, скорее всего, я уже ответил кому-то перед вами. Просто почитайте комментарии и найдете ответ. Всего доброго. До свидания.